Семь бобра, даже целую плотину бобров. Дорогие друзья, во вступительной части примерно ознакомились с фольклором наших предков, поговорили о таком важном моменте, как деторождение, подняли такой интересный вопрос, как воспитание детей и детские игры. Теперь поднимем вопрос быта и устройства в жизни взрослого человека. Вначале такой вопрос. Как община, а это крайне интересная форма организации русского общества, тем более, если была некая цивилизация, что потом погибла в ходе мировой войны или какого-то другого катаклизма, вообще функционировала, как она вообще образовалась, эта община. Похоже, наши предки жили в неком аналоге коммунизма, а не монархии. Естественно, до гибели в ядерной войне. Как всегда, любое утверждение требует доказательства, поэтому сразу доказательства. Внимательно читаем надпись на памятнике. Гражданину Минину и князю Пожарскому. Докладываю, граждане только в республике, а в монархии подданные. Возможно, вам даже доводилось слышать такую формулу. Подданные британской короны. Вот она там, монархия, вот вам подданные. Но мне могут возразить, а вот как же князь, это же почти монарх. Даже официальные истории утверждают, что князя, новгородцы, например, приглашали, вручали ему военные силы. Власть же он получал только исключительно во время войны. Фактически он был главком вооруженных сил, или генерал, если пожелаете. А полнота во власти только во время военного положения. Ну, как примерно и сейчас. А как же военные стали правителями? Ну вот, были же князья, которые правили. Хорошо, вспоминаем такую формулу. Генерал-губернатор. Вот он, такой возможный ответ. Но опять же, это теория, может быть, я здесь ошибаюсь. Теперь, те граждане, которые верят в Тартарию и называют ее империей. Я не знаю, была Тартария, не было ее. Я не вступаю в этом случае в спор. Но даже если она была, вот вам доказательство существования монархии или республики, да? Знаете, как называли некоторые люди СССР? Его называли империей. Иногда называли империя зла. Сталина называли красным императором. Вот только одна проблема. Сталин по должности был генсеком. СССР была республикой по конституции. Я сейчас не стремлюсь, не доказываю, не пытаюсь прославлять СССР. Никаких дебатов. Кто сказал, что Тартария по своей конституции не была республикой? У нее, может быть, даже по должности он был император, но не монарх. То есть генсек он император, царь, как бы ни назывался. Дело-то в том, монарх это или что эта должность означает. А гордое имя империя, республики могли присвоить недоброжелатели, как в свое время СССР называли империей зла. То есть тут я не вижу противоречий. Но мы отвлеклись. Быт на Руси был общинным. Община, она как помогала развитию, так и тормозила его. Допустим, уже в начале 20 века, даже в начале 20 века, избу ставили молодым всем селом. Бесплатно ставили. Естественно, работников кормили. Кормили хорошо. Но если взять и отнять от стоимости строительства жилья стоимость работ, то такое жилище примерно на 50-60% дешевле по стоимости выходит. Хорошо быть молодым. Одна проблема. Молодой муж через какое-то время брал топор, пилу и другие нужные инструменты и шел ставить дом молодому парню с его молодой женой. И, естественно, бесплатно, ну, за кормежку. А хотя мог дома заняться полезными делами, работами по хозяйству. Как я и говорил, наша память хранит очень архаичные знания. Вспоминаем свадьбу. Что принято делать на свадьбе? Дарить подарки. Даже сейчас многие подарки для молодых пытаются подобрать таким образом, чтобы жизнь молодой пары была проще, было проще ее начать. Кто-то дарит какое-то постельное белье, кто-то сервиз, кто-то бытовую технику, другой мебель. Ну, в общем-то, зависит от достатка гостя, который совершает такой подарок. Община своей работой дарила молодым дом, ставила скотный двор, кто-то дарил цыплят, другой приводил козлят, козочек.
кто-то молодую телочку и поросят. В итоге молодая семья начинала жизнь, имея весь стартовый набор сельского жителя. Естественно, родные невесты и жениха пытались сделать более существенный вклад. Вот только в селах и по сей день многие являются как минимум дальними родственниками друг другу. Так что община помогала экономически. А где же тормоза? В данной молодой семье через какое-то время появляется некий излишек. Козочки приносят потомство, телочка, соответственно, отелилась, свиньи поросяток принесли. А тут появляется новая молодая семья, играет свадьбу. И уже эти, вчерашние, условно говоря, молодые, идут и этим молодым дарят цыплят, может быть, козочку, поросят, что-то там, да? Чтобы перейти на другой экономический уровень, стать более обеспеченнее, вся деревня обязана перейти на этот уровень. Иначе удар деревянным молотом по голове, ну это я, конечно, сейчас образно выражаюсь, и откат к прежнему уровню. Выделяться в общине считалось дурным тоном. Или пойти против общества. По идее можно, но вспоминаем архаику, все, что у нас хранится в голове. Если ты плюнешь на общество, оно утрется. Если общество плюнет на тебя, ты утонешь. Думаете, это шутка? Если в селе появлялся кулак-мироед, но он какое-то время мог существовать и даже сосать соки из этого села. А потом село собиралось всем обществом и казнило негодяя. Причем нередко его в прямом смысле топили. Во времена Российской империи, даже начало 20 века, приезжает полиция, а виноват-то все село, всех на каторгу не отправишь. Потому порка, нет каторги, нет тюремного срока. У всех попы болят, а в остальном все нормально. Но об этом мы поговорили, поговорим о традициях. Предки жить пытались подобно каким-то эльфам из фэнтези-сказок. В частности, верили в домового, что помогал в хозяйстве, его нужно было благодарность подкармливать. Напоминаю, наша память полна архаики. Как кормить домового? Правильно, налить блюдечко молока. В лесу жил леший. Если в лесу безобразничать, мусорить, просто так ломать деревья, то он тебя заплутает в лесу, и ты погибнешь. Если вести себя свежеством и правильно, то поможет. А если умаслить подарком, покажет, где больше грибов и ягод, отведет от тебя зверя лютого. Лешему дары обязательно дарили. Чтили также и хозяина леса, тотемного зверя-медведя. Но косолапый – это скорее мужской зверь. Были и березки, и на ней же иногда берестушки или берегини. Архаичная память хранит многое, что мы забыли. Помните дерево, которое украшают лентами? Откуда вы это помните? А это архаическая память хранит в себе. Это берегиня, берестушка, вот эта вот березочка. По традиции особенно ее чтили девушки и женщины. Подарки дарили, ленты вязали красавицы. Кто победнее обычную, кто побогаче какую шелковую, красную, красивую. Можно было и жениха красивого выпросить, и прочие женские радости. Есть у меня теория, откуда такое отношение к берегине. Помните мою теорию о гибели цивилизации и куче детей в бункере? Скорее всего, бедные девочки, не имея матери родной, проецировали на березку образ своей матери, плакались ей, дарили подарки в виде ленты и так далее. После ядерного удара даже могилы у мамы не осталось. Ну а как? Потому, возможно, и зверь тотемный медведь. Ну, он уже мужской зверь. Мальчики твердо знали, что их отцы, которые остались на поверхности, сражались до конца, были свирепы и сильны, как медведи, и побеждали врага. Но это лишь моя теория, с ней можно поспорить. Печальная она. Но если была гибель цивилизации, ядерный удар, или какой-то там плазменный удар, ну, сами понимаете, тут уж не до веселых теорий, не до веселья. В водоемах у нас жили девушки, так считалось. В Европе их обычно называли русалками. Вот только русалка – это утопленница. Злая она. Заманивает, пытается утопить. У нас их, особенно в южных частях страны, называли чамки. Это живая девушка. Она живет в водоеме. Она далеко не злая. Поможет ребенку, если он тонет.
неважно, мальчику или девочку, девочке. Отчего такое уточнение? Чаймки, они интереснее были именно для девушек. Весной, после того, как лед сошел с водоема, чаймка, она ослаблена. Она после зимы. Чаймку подкармливали, а девушки несли свои дары. Это одежда, ленты красивые. Угоди чаймке и повезет с замужеством. Ну, если уже женщина в браке, то муж будет более хороший, так скажем. Мужчины гораздо реже к ним обращались. Но уж если обращались, то по крайне серьезным делам. Чаймка, она, конечно, не богиня, но обладала очень мощной силой. Но, правда, рядом только со своим водоемом. Есть легенда о Евпатии Коловрате. Так вот, по словам данной легенды, что хранят жители, именно у чаймки он взял проклятый меч. Когда Евпатий вернулся в родной город, семья убита, друзья погибли, близких нет, он решил мстить. Мстить любой ценой. Обратился к чаймке, и она взяла его. Приняла, вняла его просьбе, вручила проклятый меч. Вот этот вот проклятый меч позволил поднять на бой павших воинов князя. А его небольшой отряд не погибал в бою. Ну как, точнее, воины гибли, но вставали в строй в виде мертвецов. И убивали врага. И нельзя было их поразить железом. Ни копьем, ни мечом, ни стрелой. Потому и побили их камнеметами. Страшная легенда, согласен. С элементами какой-то некромантии. Но вот такая вот она легенда о Коловрате. Также подобным мечом владел один из русских богатырей Святогор. Он вручил свой меч Илье Муромцу. Такие мечи якобы надо было куда-то сдавать. Не знаю, что такое за склад был, кто там прапорщик. Но якобы его жена не сдала меч волхвам или кому там. Меч она после смерти богатыря выкрала. Ну как выкрала, он у нее в доме был. И закопала его на границе Руси. Якобы с тех пор с той стороны никто никогда не может пройти, и враг оттуда не приходит. Так что простим воровство бедной женщине, тем более у нее были благие намерения. Но вот народная молва, во всяком случае, в легенде прощает такое воровство. Хотя, простите, что-то меня занесло, психанул, куда-то далеко ушел. Продолжим разговор о традиции. Сразу после инициации, когда получали равные права, ну, право быть человеком, соответственно, мужчины получали право быть мужчиной, женщины – женщиной, право жениться или выходить замуж, значит, они имели право уже решать какие-то экономические вопросы, и они имели слово на круге. А что такое круг? Дело в том, что это очень магическое понятие. Мало того, что собрание жителей деревни или города, которые принимали решения, круг делил мир на живых и мертвых. Даже вот у Гоголя Хамабрут защищает себя неким языческим кругом. Потому считалось, на совете принимают участие не только живые жители общины, но и мертвые. Их никто из общины не исключал. Просто они по другую сторону круга. Отсюда круг. И мудрость не только живущих, но и ушедших за кромку. Вот они вот участвуют тоже в этом собрании, делятся своей силой, мудростью. Как я и говорил, в лесу был леший. Но это в обычном лесу. Хотя лес делил мир снова на мир живых и мир мертвых. Лес – это некое пограничье. Хотя сам лес – это аббревиатура, дошедшая до нас со времен прошлой, высокоразвитой, погибшей цивилизации. Даже любопытно, как же он мог называться в той прошлой жизни. А вы не знали, что это аббревиатура? Как? И это не знали. Лес – локальная, естественная среда. Можно даже вспомнить такую сказку о вершках и корешках. Кто ее не читал в детстве, ну, кратенько расскажу сюжет. Мужик сажает рядом с лесом свое поле. Приходит медведь и предлагает поделить урожай. Значит, мужик спрашивает, тебе вершки или корешки? Медведь просит вершки. Мужик сажает редьку, собирает редьку, ну вот саму вот эту третью, а медведю всучивает ботву. Получается, вершки. На следующий год медведь говорит, ты меня обманул, давай мне корешки. Мужик сажает пшеницу, забирает себе зерно,
значит, медведь получает корни пшеницы. Смешно. Но это если они знают, что медведь – тотемный зверь. Лес – граница между мирами. Что вообще сначала просит медведь? Он просит отдать ему живых. Но мужик хитрит, и мужик не отдает. На следующий год медведь просит отдать ему хотя бы мертвых, ушедших за кромку, то есть тех, кто под землей. И что он получает? Снова ничего. Нельзя отдавать ни живых, ни мертвых, как-то так. Вообще, самые примитивные, на наш взгляд, сказки, они часто для выпускных классов, ну, условных, конечно, выпускных классов, и с глубочайшим двойным, тройным и далее дно. Всегда, когда утверждаю, привожу пример. Возьмем для примера курочку рябу. Ну, слышали, наверное, примерно все, и она кажется примитивной, а тем, кто не слышал, вот так вот, кратенько. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Бил дед, била баба, не разбили. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко разбилось. Плачут дед и плачет бабка. Но тут, кстати, мне надо вставочку сделать. Сказка это времен христианства, потому там есть одна вставочка, которая была запрещена цензурой, конкретно церковью, была вырезана во времена Российской империи. Учитывая, что даже сейчас можно попасть под статью, я смягчу, ну просто расскажу, о чем там. Короче, некая семья сходит с ума. Поп отказывается от сана. Это если кратко и мягко. Дальше курочка говорит: не плачьте, я снесу вам простое яичко. Сказка как бы абсолютно нелогична. Если золотое яйцо, то по логике ликуй, дед. Бабка вообще планирует: купи себе норковую шубу там и уезжай куда-нибудь там на Кубу. Вот. Если не знать, что золото — металл мертвых из царства мертвых. Яйцо — символ жизни, скрытой жизни на... и как бы символ нашей планеты. Иными словами, золотое яйцо — символ мертвой планеты и погибшей цивилизации. Дед и бабка — это миниатюра человечества, причем постаревшего человечества. Заметьте, там не два деда, не две старушки, там именно семья, дед и бабка. Это такая миниатюра. Постаревшее человечество пытается спасти погибшую цивилизацию, бьет яйцо и ничего не может сделать. Семья, которая также, ну там, вот сейчас она вырезана, показывается, как она сходит с ума, это паника человеческого общества в момент гибели цивилизации. Почему паника? Яичко разбивает мышка, связующее звено между миром живых и миром мертвых. Что это значит для человечества? Никто не знает. Поэтому часть общества сходит с ума, другие... Ну, короче, горе, ужас. Непонятно, что нас ждет. Когда же курочка заявляет, что снесет простое яичко, вот где паниковать-то по логике нужно. Вот неси она, курица, допустим, у вас, золотые яйца, докатайся, дед, на Бентли, бабка, шубы меняй на пляже Майами. Шучу, конечно, но, как известно, в каждой шутке. Так чему вот эти вот придурки радуются? Тут как бы золотое яйцо вот несут, несла бы и несла, она простое яйцо. Курица отвечает, что мир обновился, он будет живым. Возможно, прямой намек на то, что после ядерной войны, когда все засыпало глиной, начала налаживаться природа, все начнет расти, родить, жить. Жизнь продолжается. И там еще куча смыслов. Кто хочет, может поискать и рассказать в комментариях. Вот оно, тут скрытый смысл. Вот тут, кстати, намек на какую-то, то ли в войну, то ли какую-то, непонятно, что произошло, но был мир, покрытый золотом, то есть это мир мертвых. Старое человечество как-то пыталось с этим бороться, или вообще пыталось этот мир уничтожить. Я еще раз говорю, тут двойные, тройные и так далее смыслы. Тут их искать и искать. Кстати, прошу обратить внимание, все самые глупые сказочки, считалочки или песенки, когда они древние, несут все в такие сакральные смыслы, причем часто иногда бывают ужасные просто смыслы. Например, вот эта вот молодая пара, они, соответственно, рожают детей, а дети иногда умирают. В частности, особенно если была гибель цивилизации, будет высокая детская смертность. Плохая медицина, плохая из-за вот этой вот войны, допустим, экология. Для таких умерших детей, младенцев, безутешная мать пела песенку «Колыбельную мертвого младенца». Не знали? Знали. Ваша память очень архаична.
И эту песенку, правда, в слегка переделанном варианте, вам доводилось слышать: «Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и утащит за бочок, да под ракитовый кусток». Дальше там такое начинается. Например, кто принесет отрез на гробик, кто гробик принесет, да как пойдут и закопают. Естественно, после того, как песенка превратилась в обычную колыбельную, найти вот этот вот архаичный вариант и все более и более сложно. Ну, какой дебил будет-то, я не знаю, там, на форуме для молодых мамочек печатать вот про гробики и так далее. Его, во-первых, не поймут, а некоторые не поверят. А какие-нибудь «я же мать» накинутся, скажут: «Вы что, предлагаете мне младенцу петь?» Но архаичный вариант очень жесток. Причем я вам рассказал довольно-таки мягкий вариант про гробик. Вот. Есть вариант более жесткий, такое ощущение, что какой-то псих и маньяк писал. Там вот утащит под ракитовый кусток, звери растерзают тело младенца, кто ножку отгрызет, кто сердце выгрызет. Там такая жесть, я не знаю. Стивен Кинг нервно курит в сторонке. Ну ладно, так мы постепенно переходим к вопросам смерти и погребения, а также общение с умершими душами предков. Прошу прощения, если я очень сильно вас утомил, но так пытаюсь максимально сжато, сокращенно, упрощенно все рассказать. Прощаюсь с вами. Всем добра. Целую плотину бобров. Кстати, знаете, почему у нас так много чиновников и так мало бобровых шуб? Бобров каждый год отстреливают, а чиновников в последний раз при Сталине. Ведь оно у нас как? На борьбу с коррупцией почему-то выделяют деньги, а в коммунистическом Китае патроны. Всем бобра!